Царевна Софья Алексеевна, дочь царя Алексея Михайловича и Марии Милославской, родилась 27 сентября 1657-го. Жизнь Софьи совпала с жесткой междоусобицей, которая разгорелась между родственниками ее умершей матери Милославскими и мачехи Нарышкиными. После смерти отца Алексея новым царем стал младший брат Софьи Федор, также из Милославских. В 1682-м Федор умирает. Происходит стрелецкий бунт, в результате которого в мае этого же года враждующие группировки достигли компромисса, и на престоле оказались два царя, сводных брата, Иван V и Петр I. Регентом при них и реальным правителем страны стала царевна Софья. К 1689-му боярская дворянская группировка сторонников Петра окончательно сместили Софью с трона. В 1698-м она снова поднимает стрельцов, однако этот бунт жестко подавляется. После Софья была пострижена в монахини и отправлена в Новодевичий монастырь, где в 1704-м скончалась. Подробнее о правлении Софьи в нашем телеграме, ссылка в описании канала.